Сели поспать. Надо предложить Министерству железной дороги, вернее, вагону цеплять беседку для курящих. Или просто делать курящий вагон. Курящий вагон? Ну, курящий вагон, а курил просто. Ну да. Потому что все в ней будут ехать. Идея хорошая. Заставить людей бросить курить. Но делается все через задницу. Ну, не через задницу, может, а какая-то резко, что ли, все. Все, ну вот резко сделали, что они эти татупеды в аэропортах-то разрешили, нашли же возможности. Татупеды, одно слово. Поехали. Ой, там бычок остался незатушенный на улице. О, развалюха. Раздербанили. Только дербанят. Так, а что за станция была? Станция была... Озеро Карачи. Была станция. Ну нет, вот здание просто вокзала. Озеро Карачи. Озеро Карачинское, Карачинское. Карачинцев не отсюда было? Как, кстати, там Караченцев летаешь? Актер Караченцев. Жалко дядька. Хороший актер был. Интернет есть? А уровень сигнала Билайна? Должны быть платные по Дону, да, трасса Дон, и государственные, бесплатные. То же самое и связь. Должна быть государственная. Пусть конкурентом будет выступать альтернативная. Там Билайн, не знаю кто. Но государственная должна быть по всей стране. А хотите зарабатывать там, добавляйте скорость, например, интернета, что-то еще. Мы так отдали на откуп кровососам. Зачем два оператора и у обоих там хреновая связь? Или три? Полет нормальный.
Две вы еще пишете, да? Да. Что-то стучит, звук какой-то, но я не знаю, что это такое. Как его установить?
удалось найти причину этого стука. На улице уже чувствуется тепло, нет того резкого мороза, как был, например, в Башкирии и особенно в Красноярске. Здесь уже чувствуется вот какое-то внутреннее тепло. За горами снеготаяние массовое, что будет, предсказать не берусь. Он снег уже ноздреватый на южной стороне.
расстояние происходит на километре, на перекопе. Красноярск, Москва, 12 перекопов. Да? Ну я просто так сказал, условно. Идет вагон ресторана. Пирожочки с картошкой, с капустой. Шлейф с запахом жареного пирожка.
ЖЖБ переезд. Ограничение 20. Спасибо. Но это явно еще не Омск. Может быть, Тюкалинск. А почему Тюкалинск? Тюкалинск за Омском. Подожди, или после Омска. Отсюда, если ехать, то Тюкалинск за Омском. Что-то написано, аварий. Татарск? Нет, тоже по буквам не подходит. Татарск. Может быть. Еще две буквы. А? Еще две буквы. Не понял. Еще две буквы. Татарск. Да, еще две буквы. Значит, татарская. Татарская? Тюкалинск, можно же, если отсюда выехать за Омском, да? Нет, если ехать с востока на запад, то он за Омском, между Ишимом. Ну, туда ехали, помнишь, был вот этот, как ее, Крутинка, мотель «Уют». Потом Ишим, Тюкалинск, Омск. Тюкалинск, да. Ну, вот Тюкалинск, он выбрал, что ли, что Thank you.
прочтем, что там написали. Ага, прочитали. Дальше, наверное, будет кафе на английском. Обалдеть. Памятник на площади. Надо будем полагать татарское. Может здесь? И опять валя рощи. Омский регион. Ну, что вдоль трассы, что вдоль железной дороги. Природа одинаковая. Трасса имеет автомобильную.